Про любовь. Только для взрослых. 2017 год. Про любовь только для взрослых. Предстоящий российский комедийный фильм, а также многосерийный телефильм, участник конкурсной программы «Кинотавр». В главных ролях Джон Малкович, Анна Михалкова и Гоша Куценко. Выход в широкий прокат в России запланирован на 31 августа 2017 года. Затем будет показан на телевидении. Детям до 16 лет на фильм не допускается. Действие фильма разворачивается в Москве в летнее время. Город живет своей жизнью. Тут каждый день что-то происходит. Людям, которые спешат по своим важным делам, а также не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого каждый человек может пройти необходимые курсы, лекции и тренинги на интересующую его тему. И тема этого фильма – любовь. Персонажи. Обычные люди, затерянные в крупном мегаполисе. Они будут пересекаться друг с другом, и у каждого будет своя история любви. Рейтинг картины в США – R. Приятного просмотра. Фильм про любовь только для взрослых. 2017 год.